Итак, народ, всем привет! Сегодня я получил посылочку с Taobao и заказал я, значит, вернее, заказывал телефон, флип-чехол на телефон Lenovo S930. И вот он, значит, пришел. И сейчас мы посмотрим, что он из себя представляет. Вот такая вот коробочка у него. Здесь на китайском, конечно, объясняется, что надо делать, как его одевать. Smart Flip Cover называется. Вот у нас голограммка, чехол оригинальный. Вот. И шел он почти месяц. И наконец он вот пришел. Так, сейчас мы вытащим его и посмотрим, что он там из себя такое есть. Сейчас такой штучки лежит пластиковый. Вот он завернут. Все, пакетики лежат. Вот. Он имеет рифленую поверхность, как на родной крышке телефона. Только эта поверхность, мне кажется, как-то мельче намного. На телефоне как-то пошершавистей. Или мне кажется, не знаю. Интересно. Вот такой вот у него внешний вид. Так. Спереди он, значит, такого какого-то жемчужного цвета, непонятно. Да, жемчужный цвет такой переливается. Вот такую рифленую фактуру. Похожую на паутину. Или на кожу. Больше на паутину похоже. Есть такие отверстия под динамики. Внизу и сверху. Что-то у нас. Внутри у него такой вот, значит. Ну что, качество чехла. Камера перестала фокусироваться. Эй. Так, качество, значит, чехла достойное. Угу. Я бы даже сказал, не уступает оригинальной крышке самого телефона. Угу. Вот эта штучка, кстати, прикольно. Она еще снимается, оказывается. Это шторка. Вот у нее крепление здесь. Плохо видно. Даже не видно почти вообще. Ай. Вот оно крепление. Вот это вот. Сейчас шторка сама может сниматься. Я не знаю, приклеена она или нет. Не отдирал. Но тот факт, что она снимается, есть. И это очень даже хорошо, потому что можно использовать как обычную крышку, если, допустим, вот эта штучка испортилась, отвалилась, ее можно снять и одеть эту крышку вместо своей родной, для того, чтобы ее не царапать на будущее, если захотите, допустим, телефон продавать. Потом родную крышечку одели, она как новенькая, и продается телефон. Ну, так, в общем, выглядит все это дело. Вот у нас коробочка с голограммкой. И все, что с этим чехлом ушло. Ну, собственно, самому чехлу по 12-бальной шкале я ставлю твердую десяточку. Выполнен он хорошо. Мне, в общем-то, дело понравилось. Поэтому для тех, для кого информация была полезной, не забываем ставить лайк. Вот, пишем комментарий, подписываемся на мой канал. С вами был Сергей, и это канал GadgetX. Большое вам спасибо за внимание. До свидания.